Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, выше учениц Тутберидзе, только звезды на небе. Софья Акатьева и Аделия Петросян поддержали победное шествие своих старших подруг по группе Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, первое и второе место на первенстве России 2021. Акатьева завоевала золото юниорского чемпионата России. Софья Акатьева победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Акатьева, ученица Этери Тутберидзе, занимавшая второе место после короткой программы, стала лучшей в произвольной с результатом 147,20 балла и заняла итоговое первое место с общей суммой 220,00 балла. Второй стала еще одна фигуристка из группы Тутберидзе Аделия Петросян, 211,87. Замкнула тройку призеров Софья Муравьева, 208,13. Тренирующаяся в Академии Евгения Плющенко. Канал Team Tutberidze News поздравляет Софью Акатьеву и Аделию Петросян с блестящей победой на первенстве России 2021.